Около 3 часов дня неподалеку от населенного пункта Синеосока, что в Тековском районе, произошло серьезное ДТП с участием сразу 3 машин. Микроавтобус марки «Ситроен» при обгоне по касательной столкнулся с автобусом «Неоплан», который двигался во встречном направлении. Затем «Ситроен» столкнулся еще и с грузовой «Газелью». Ранено 8 человек. В основном пассажиры «Неоплана». После столкновения машина оказалась в кювете. Водитель «Ситроена» погиб.